Hello. How's it going? Good, thank you. Like у них маленькие. Потихонечку так они едут. А это они тихонечко ехали, они меня пропускали. Так, мне туда не надо, мне надо вот сюда. Сейчас меня несет меня под это дерево. Мне, честно, не хочется туда. Это дерево. А, меня туда все равно несет. А! Объехать. Фу, обошла, слава богу. Вот еще один пляжик. Такой небольшой, симпатичный. Тихо. Hello, how are you? Так, у тебя, наверное, моя группа. Они, наверное, снизу идут, а я сверху. Я не всех знаю сейчас, если я кого-то вижу, кого знаю. Hello. Там уже тоже люди уже живут. Сейчас я туда уже подъеду к домикам. Hi. Trying to. Она меня спросила, you must be filming, ну, от слова фильм. Я говорю, да. Они чаще говорят filming или taping, чем они говорят making video. Тихо. Ёханый папай, куда ж меня несёт? И вот я уже недалеко, уже совсем недалеко от этого, от домиков, от жилья. Вот это излучина, вот это глубокая излучина. Меня в кусты тянет опять. Не надо меня в те кусты. Все равно уносит. Прям засасывает туда в кусты. В смысле, в глубину. Там прям конкретно глубина. Пляжик, пожалуйста. А вот там глубина. Опять по кустам. А где же моя группа? Я что-то так и не могу понять, где моя группа американская. Если бы они пришли позже меня, они бы меня уже давно обогнали. Если бы они пришли раньше, они бы дождались. Они бы не пошли ровно в 11 все плавать. Они ждут обычно ровно до 11 всю группу, даже иногда дольше ждут. Странно. Может, они передумали сегодня? Ага. Такая страшная птица.
слышу уже людские разговоры. Душно? Конечно. Да это я так уже больше прикалываюсь. Уже совсем не страшно, честно. Даже ни разу не было сегодня страшно, абсолютно. Ну так, чтобы бодреца немножко придать. Опять меня боком. Опять я еду боком. Боком, раком или раком боком. У меня там есть видео. Дикая природа, боже. Мы были в парке, там недалеко от моего дома. Опять уносят. Мне надо срочно. Срочно выходить отсюда. Парк, и там река. Боже, такая страшная. Мы там видели лапы, отпечатки лап. Громадные отпечатки. Громадных лап крокодилов. Так вздушно было. Мы там были с Никой и с Сашей. Один раз с Никой, один раз с Сашей. Так было вздушно, просто караул. И вот этот панцирь их, вот этот панцирь вверх, видно, он то ли на спине лежал, то ли он на животе так лежал, такие квадратики были. Вот опять люди живут, дом. Вот у них пляжик там. Песочек. Это типа кондо, наверное. Да, типа кондо. Может, типа гостиницы что-то. Там у них и каяки свои вон есть. Так, ножки мне уже печет сильно. Мне надо взять полотенцем и накрыть их, потому что, видно, не сильно помогает мне этот крем. Потому что ножки просто припекает. Причем припекает хорошо. Ноги полотенце я положила, уже легче стало. Вот еще домик стоит. Вот сейчас уже пойдут домики, такие красивые. Красивые, раскрасивые. Так, не надо меня в кусты опять тащить, не надо, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, выпрямляйся. Еще у нас тут есть в Орландо. Это я почти в Тампе, это далеко от Орландо. А в Орландо у нас есть Blue Springs. Ой, какая красота. Это тоже источник, голубой источник. У меня там тоже есть видео. Там такая расщелина, 300 метров из-под земли. 300 метров бьет источник. И там можно найти, в интернете можно найти. Вон они уже домики пошли, все. Я уже в жилой зоне, уже совсем не страшно. Найти видео, как люди ныряют в эти расщелины, и там такие подводные пещеры страшные. А-а-а. Но я бы никогда в жизни не нырнула в пещеру. Опять меня разворачивать, сейчас я задом пойду. Тихо, вот сейчас самая красота начинается. Давай поворачиваемся. Вот они начинаются, домики. И вот вдоль всей реки сейчас будут домики, потом начнется заливчик. Вот тут тоже можно спокойно выходить, плавать, купаться. Классно, кто живет здесь. Утречко встал, пошел, покупался. Крокодильчика покормил. Вот написано «Please watch for manatee». Пожалуйста, будьте осторожны, смотрите «watch for manatee». Смотрите для... Прямой перевод «смотрите для manatee», «for manatee». Но на самом деле... Будьте осторожны, как бы здесь обитают манати, вот так. Это хотелось сказать кому-то, кто писал этот сайн, этот знак. Так быстро я приехала. Видно, тут уже никто не живет, вон оно все, ни лестницы нет, ничего, все уже. Это дом.
тудум-тудум-тудум. Тут можно пешочком пройти. Сейчас я встану. Не, не смогу я сейчас встать. У меня лодка может перевернуться. Я тут обычно за лодкой плыла. Девчонки на лодочке, а я сзади цеплялась и плыла с ними. Hello, how are you? Yeah. You have a beautiful place for to live in. Yes, you are so lucky. It takes a lot of work, but we're getting there. Of course. Of course. Have a good day. Он говорит, берет много работы. Нужно много работать с ним, чтобы жить в таком месте. Но, говорит, мы справляемся. Все, вот уже пошли домики-домики. И уже скоро-скоро я подъеду на конечный пункт назначения. Вот новенький домик, или его просто обновили. Здорово, конечно, вот такой дом иметь с выходом. Пошел здесь, поплавал с утра, пошел рыбки поймал, поджарил. Красота как! Супер, я хочу такой дом. Я хочу жить на воде. Украшение интересно стоит. Posted. Not trespassing. Keep out. Держитесь подальше. Hello. How you doing? Good, thank you. Good. А вон какая девушка. Девушка. С меня лепили. А, это мормейд уже. Это русалка. Шучу, шучу. Posted, posted. Ну, то есть, чтобы не запирались. Классный домик. Я понимаю, конечно, я тоже, наверное, написала бы, что пираты, 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 написано пираты. Я бы тоже написала, что держитесь подальше от моего дома. Вот такая классная штука. Вот такую надо мне попросить Дугласа, чтобы он мне сделал на дереве. Фу, иди летаешь здесь, иди. Ты посмотри. Вот зануда такая, муха эта. Ну вот распасен. Mermaid parking only. Парковка разрешена только этим девушкам с хвостом. Вот опять осторожно. Смотрите на заманы. Hi, how are you? Hey, how are you? Good, thank you. Ну ты посмотри, как она же летает у меня прямо перед носом. И гудит, и гудит, и гудит. Белки кричат. Да, вот это жизнь, конечно. Ну, конечно, жить постоянно здесь, может быть, и не очень хотелось бы, но... Вот так вот приезжать сюда. Может быть, кто-то тут даже сдает на недельку приехать вот сюда, просто побыть наедине с природой, поплавать вот в этой водичке каждый день, половить рыбку и тут же ее на сковородку. Красота. Красота какая. Супер. Боже, какое счастье. Это, наверное, самый лучший отдых. Вот так вот взять каяк и поплыть. Особенно, когда компашка замечательная. Мы когда с девчонками здесь были, это вообще сказка. И нахохочешься. Вон какой медведь черный стоит. И анекдотов нарассказываешь, и какие-то случаи жизни. И покушаешь, и попляшешь тут же в воде, и попрыгаешь. Но одной, конечно, не так. Ну ничего. С другой стороны, лишь бы дома не сидеть, называется. Оформляют свои дома. Камнями тут выложили. Ручки тоже у меня немножко подгорели. Надо попрыскать чуть-чуть. Чуть-чуть надо попрыскать. Все-таки солнышко такое. Вон какой мальчишка зубастый.
Дерево, 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 дерево. Вон он. Лезет, лезет. Вот тут вот мы видели оленей. Сейчас я покажу, где. Вот там вот в этой штуке мы видели оленей. Там сейчас будет такое поле, не поле. Дворик, не дворик. Вот там вот мы видели оленей. Там начинается уже лесная такая зона. Сейчас я там. А теперь надо смотреть на манатии. Вот они, вот сейчас можно их увидеть в воде, потому что я когда их видела где-то вот в этом районе. Они почему-то ближе к людям всегда идут. Не надо меня. Вот сейчас. Опять меня тянет по кустам. Там нельзя, по кустам мне не хочется. Вот так, вышла. Вышла из ситуации. Тихо. Опять лодка. Оп, не туда. Фу, еще одна несется. Так, в кусты мне не надо, сейчас они меня в кусты затянут. Maybe I need somebody's help. Okay, give it to me. Yeah, it's complicated. Камера, оказывается, классная, работает под водой. Фух. Как меня хватило, я сразу сумку вытащила вот эту.
Где у меня камера?